На втором татаме победу одержала Лебешева Милена. На втором татаме начинаются бои за третье место. На втором татаме приглашается Лысиков Никита, красный пояс, Малафеев Иван, белый пояс. Готовятся Максим Николаев, Леонтий Владимир. Говори. Владислав. Вообще никогда не слухаешь. Короче, давай я скажу то, что и главное сказать. Вовчика второе место в боях, второе место в ката. Соревнования еще продолжаются, и хрен знает, когда они закончатся. Еще дофига. И как мы будем добираться домой, тоже неизвестно. Все. Ага. Елене Евгеньевне позвони, скажи, пожалуйста, что Вовка, ну, он не приедет вовремя. Я еще не уверен, что мы на автобусе уедем. Так что вообще жопа, короче, какая. Вот у нас огромное количество народа. Ну, Оль, я не слышу, правда. Хорошо. А, да, понял, все, услышал. Ой, блин. Все, давай, пока. Готовится Иваненко Даниил, Козлов Илья. Свет, фонарик включаешь и пустишь, как все делаешь. Понял? Все, давай.